Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, поехали смотреть. Какие у нас тут задания? Выиграйте две игры с зомби-героем, разыграйте три бесенка и нанести 30 единиц урона растениям-героям. Слушай, но если разыграть трех бесят, то в этом случае нам подойдет очень сильно бесенок. Попробуем, ребята, за него выиграть. Поехали, поехали. Так. Нам достается орех. Нам достается с тобой орех. Так, этого, наверное, пока уберем. Так, оставим. Нет смысла выставлять сундук, потому что даже на следующем ходу, ребят, я ничего сделать не смогу. Пропустим. Ха, желудь, ребятушки, у него. Так. Как думаешь, у него могила еды есть? Давай посмотрим. Хорошо, давай сделаем так. Угу. Давай смотреть. Ха-ха, орех. Такс. Что, понеслась? Этому ореху тоже крышка идет. Давай так вот сделаем. Так и вот так. Уничтожает зомби. Окей. Поехали. А что же нам тут сделать лучше-то всего? Нет, я не хочу как-то этого ставить. Давай, наверное, знаешь, что сделаем? Так. И вот так. Он защиту может поставить, ребят. Ну, вряд ли он будет хиляться, хотя... Ну, что он там завис-то, ё-моё. Вирджиния Хуай... Дыма. Но в любом случае мы трех бесят разыграли, друзья мои. Это же тоже бесенок идет. Да, это бесенок на бесенке. Хотя этих мы не разыгрывали, это у нас выпали они. Ну тут понятно, да? Что он там сделать? Ну хиляться он, наверное, не будет. Защиту, может быть, поставит. Что у него там может быть? Ну все, ребята, у него брони больше нету. Брони у него больше нету. Ха-ха.
Блин, прекрасно. Так, стенорех ставит здесь. Ему сейчас надо прикрываться, друзья мои, по полной программе. Берет защиту. Так. Ну, понятное дело, что этого мы уничтожим сейчас. Три и один. Мы поставим еще с тобой телепорт. Сделаем вот так вот. И вот так. Отлично. Ну и что же ты теперь сделаешь? Это тебе не поможет вообще никак. И это все. Так, у нас так, сердце получает минус один. Но если мы сделаем эволюцию, но у нас нет спортивной колоды. Да как что тут думать, ребят? Так вот сделаем и все. На тебе в табло. Все, друзья мои, размазали мы сосуночка. Сосуночка, сосунка, мы размазали. Так, что у нас там дальше? Что у нас там дальше? Смотрим. Выиграйте две игры с зомби-героем, нанесите растение героя. Ура. Ну что, друзья, еще сыграем партийку за бесенка, а потом пойдем за заморозга, ребята, делать задание. Надо допройти все. Блин, против этого-то психа-бонг-чоя. Против психа Бонгчоя мы с тобой будем сейчас рубиться. Рэй, я видео. Ну, по крайней мере, ты видел то, что ты написал. Давай попробуем через сундук. Я не знаю, там что у него сейчас есть. Мирамикс ДК. Он делает добор. Он делает добор. Что, так будем ставить, да? Бочка есть. Потом будет третий ход, да? На третьем ходу
пенек, что ли, хочет туда поставить? Я не знаю пока, что он хочет сделать. Давай посмотрим его на могилоеды. А потом поставим вот этого парня. Окей. Значит, ты вот так решил, да? Значит, ты вот так, парень, решил. Можно будет один на один. Блин, я же это... Эй, ребят, я же хотел вот этого поставить. Нафига я так сделал? Сам не знаю, пока зачем я так сделал. Ну, поехали. Да кто, блин, сомневался, что так получится, ребят? А, псих. Ну, хорошо, что он сейчас потратил. Давай я так вот сделаю. Сейчас все зависит от того, кого, ребята, он ставит. Нам придется, может быть, даже замораживать кого-то. Так, в заморозку его, к чертовой бабушке, ребят. Окей. Давай, наверное, мы сделаем вот так вот. И вот так. Но у него могут эти комочки еще там быть. Хи-хи-хи. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Поехали. Блин, мне вот этого-то не спрятать уже никак. Тимон и Пумба, блин. Хорош пока. Угу. Так. Сейчас начнется самое, блин, фиговое, ребят. Все, да? Ну, пока все, ребят. Больше ничего сделать не могу здесь, к сожалению. Ну, давай применим карту, заодно вытянем. Ой, хорошие, ребят, карты. Так, 5. Черт бы тебя побрал, а? Да.
Двойной удар. Ладно. Хорошо, я тебя понял. Что бы нам сделать-то еще тут? Давай так сделаем. Так, у него карты больше нету, друзья мои. Я вот что хотел вам сказать. А раз у тебя, парень, карт нету, то, по-моему, это все. Все, ребят, ханаем. Поехали. Распотрошили. По полной, блин, программе. Вот что я могу сказать тебе точно. Что мы его раздеребанили в хлам. В 21 ранг, ребят, попадаем. И здесь задание все выполняем. Значит, бежим, сломя голову, теперь за заморозга играть, ребята. Играть за заморозга. Значит так, повысьте силу трех питомцев на воде. Повысьте силу трех питомцев на воде. Так, это нам, значит, придется взять с тобой. А, я знаю, кого мы возьмем. Повысьте силу трех питомцев на воде. Вот. Самый идеал, ребят. Ну, давай сыграем партийку. Самый идеальный повысить трех питомцев на воде — это вот этот чувак, зомби на спасательном круге. Можно еще и сыграть через... Через что еще можно сыграть? Понятно, короче. Можно еще сыграть через... Так, подожди. Уберем тогда, знаешь что? Что тут лучше убрать-то? Давай, наверное... Нет, на воде. Да я даже не знаю, что тут убрать можно, блин. Тут все. Акула тоже, в принципе, хороша. Она на воде апается. Вот этот нам, наверное, уже не нужен, по идее. Чуть перебор. Ну что, поехали? Повысить три раза зомби на воде. Если выпадет вот этот вот зомби на спасательном круге, то будет вообще прям топчик. Ну видишь, дельфин чем, ребят, плохо? Ну он сам по себе не апается. Че, будем смотреть? Есть у него там что-нибудь такое, чем он может меня подбить? Ага, вон у него что. Есть, ну, есть ли смысл, ребят? Я думаю, что есть, наверное. Сейчас, если он кого-то поставит, мой этот хламончик туда перебежит. Угу.
будет стоить на один меньше. Мне не стоит, ребята, этого делать. Такс. На один меньше. Мы с тобой еще сможем вот этого призвать. И бабка еще прокачается на три. Верно? Допустим. Так, что мы можем здесь сделать? Так, заморозка нам нужна, наверное, будет сейчас. Наверное, ребят. Сожрал. А почему он на воде? А, ну да, на воде не получится. Не знаю, там блок сработает, нет? Это пока подождет. Ну давай так сделаем. Ребят, наверное, пока заморозим. Ну, пока все вот так вот. Там хиляется. Угу. Все, да? Наверное, пока не будем больше ничего делать. Что он может там нам придумать? Давай сделаем вот так. Ага. Как думаешь, кранты ему или нет? Все. Да выеживался, ребят. Так, ну нам надо было трем зомби. А по-моему, ребят, мы как раз выполнили с вами задание. Разве нет? Конечно же. Конечно же выполнили. Так, друзья мои. И новое задание. Создайте вампиренка и нажмите на него в коллекции. Подожди, а... Вампиренка. Давай набирать. Вампиренок. Чего? Ну давай... Так вот. Где из них? Вот этот вампиренок? Все, ребята, выполнили. Переходим к следующему заданию, ребят. Следующее задание заключается: повысить силу вампиренка до 8 единиц. Силу вампиренка до 8 единиц.
Блин, это... Это же вампиренок, да? Ну что-то там зависло, да? Что-то там тупишь-то опять? Нет, это древний вампиренок. А в чем разница между таким вампиренком и... Не знаю, ребята. Но без бонусной атаки-то тут... Фиг ее знает, как тут быть. Козлов бы вот этих бы побольше. Кстати, можно козла сделать? Он сколько? Он легендарка, наверное, стоит дофигища, да? Что ты так тупишь, а? Создать, друзья, я могу создать. Давай создадим. Это я делаю для того, чтобы добавить, ребята, его в коллекцию. Добавить его в коллекцию. И я не знаю, считается ли древний вампиренок. Попробуем, посмотрим. Что у нас из этого вообще получится? Получится вообще что-нибудь? До 8 единиц, друзья мои, до 8. Не все так просто и легко. Ну что там, наверное, у тебя грибы, наверное, или кто там у тебя, я не знаю. А это прибавляет у нас 2 плюс 2. То есть это будет 4. 6. 4, 5. 4, 5. Что, заморозка, что ли? Окей, я понял тебя. А у нас могилок-то здесь нету, да, друзья? Так, ну что он там? Будет сейчас прокачиваться на заморозках, само собой. Будет тратить... Ага. Заморозка. Ну там у него перчики, наверное, замораживающие будут. Всякая ерунда. Я могу понимать. Угу, я же говорил, будет перцы у него. Говорил, что будут перцы у него. Так, что дальше? А что мне сделать дальше? Вампиреныш, блин, ты посмотри, а. А он даже вот так вот сделал. Ну, тут, ребят, мне кранты, наверное, будут.
Наверное. Блин, выпало-то не вовремя. Ой, как все плохо. Да ты запарился своими этими хламонами-то. Да тут все, ребят, тут хана. Эх, вампиреныш, вампиреныш. Эх, вампир... Нет, может быть, если бы были бы могилоеды. Ой, могилоеды. В могилах прятаться, тогда да. И то не факт. И то не факт, друзья. Да ну что это? Ну что это такое? Ой. Вот это-то куда? Это, по-моему, случайно не то же самое? Не на заморозках, нет? На воду поставил его. Оригинально. Бобовые. Так, ну что, мы тогда, наверное, сдуем по возможности, да? Привет. А если мы его не сдуем? Посмотрим. Че, с картишками, что ли, слабенько там все стало у тебя, парень? А че, сдуваем его? Блин. Я надеюсь, мы его сдуем? Сдуем. Отлично. Сдули кого надо. Сдули кого надо, и теперь что? Пока вот так вот. Окей. Так, друзья, что мы сделаем? А сделаем мы, наверное, следующее. Тут этого подобьем. Здесь сделать вот так вот можно. Ну и вот так. Так, у нас два, да, таких получается. Улетай, моя родная. Понятно. Сдался. Сдался, чувачок. Блин, ну вампиреныша не было, ребята. Так что я его никак здесь не мог прокачать. Надо дальше рубиться. Вампиреныша очень тяжело будет. До 8 единиц, ребята, прокачать. Но вот это вот излишнее. Чтобы заморозку вот так вот взять и сдаться,
Ну это, ребята, извините, конечно. Вот, заморозгу это последнее дело сдаваться. Ну, я имею в виду, если тебе выпадает противник заморозг, и ты сдаешься ему. Извините, это, конечно, ребят, такое себе. Почему он так не уверен? Почему так себе не уверен был, я не знаю, ребят. Но это их уже дела. Second row 5. Ну, роза, да, роза, тут понятное дело. Так, у нас аж два вампирёныша, ребята, выпало. На бобовых. Ты серьезно? Давай так. Вот так вот я попробую сделать. Давай я там превращаю его, или что там будешь делать? Превращать, уничтожать. Убивать этого вампиреныша. Заморозки, ребята, заморозки. Понятно, короче. Все понятно, заморозки, значит, да? Ну, у него целая куча заморозок должна быть, по идее. О чем я тебе и говорю? Так, после катки 1-1 и точка. Нет, после катки 1-1. Ты уже... Это вызывал меня, как говорится, на катку 1-1. Поехали. Так, а что мы можем сделать? Мы можем их заморозить. Но это уже в следующем ходу придется, ребята, делать. Так. Он же заклинашку не тратил, ребята? Не тратил. Поехали. Блин, роза убьет. Убьет меня роза. Выпал, блин, у меня вампиреныш, а? Как назло. Я только вот так могу сейчас в данный момент сделать. Арбуз. Арбуз, арбуз, арбуз. Что-то как-то шансов, ребята, на выживаемость тут мизерная. Мне кажется. Воу, воу, воу. Да, тут уже мне никак не выбраться. Этот пробьет 5 в лицо. А вдруг разгром выпадет, ребят? Да какой там выпадет? А было бы неплохо, если бы не разгром, а этот зомбот. Зомбот. Вот это было бы круто. Ну это такой шанс. Это он может выпасть у кого хочешь, только не у меня. Зомбот.
Самое удивительное, заморозка проигрывает колоде на заморозках. Парадокс. Просто, друзья мои, парадокс. Вампир, ну как мне тебя прокачать, а? Ну как мне тебя прокачать до 8 единиц? Я ума не приложу, блин, хоть ты тут тресни. Я не знаю, как тебя прокачивать, а? Просто не представляю. Слушай, а как ты думаешь, он сейчас его будет повышать или нет? Повышает. Но повышает по хп, а не по этому. Сколько он дает? 2-2, да? У него тут еще один орех, ребят. Притулился. Так, у него тут еще один орех. Ну, это понятно. Что, замораживаем их, наверное, я так понимаю. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Сейчас будем смотреть. Ага. Ну что, вампирчик, давай-ка прокачивайся. Есть, друзья мои. Задание я в плане того, что выполнил. Или это не тот вампир? Это не тот вампир, это древний вампир, блин. Эй, ребята, это древний вампир. Это что-то там стенорех по барабану вообще. Этого замораживаем. В общем, замораживаем двух. Пускай это, блядь, вот что тут делает? Говорю, замораживаем. Поехали. Да, ну по здоровью, конечно, мы тут пока всасываем, друзья мои. Мумия. Так. Кого он там поставит? Бомбочка. Нет, этот парень не надо нам его. Захотел он тут отхиляться.
Можно, ребята, вопрос? Откуда у него бомба взялась, горячка? А, этот, наверное, ему там выдает, блин. Наверное, этот ему там выдает. Да ты заколебал, а? А фонарь пробьет, ребята, у него, видишь, что там. Мне главное, чтобы мы задание с тобой выполнили. Остальное все мелочи. Тут пробьет, тут блок пробивает, ребят. Меня больше интересует вампирчик. Засчиталось это или нет? Ты серьезно? Это не засчитывается, ребят. Древний вампир... Древний вампир не канает, друзья. Нужен именно вампир. Вот теперь сиди, блин, и мучайся с этим вампиренышем. Нет, у меня есть одна задумка, ребят. Это если прапывать его, ну... Получится ли? Но получится ли? Вот в чем вопрос. Так, этот будет на воде. По единичке прибавлять. При игре не питомцев, все питомцы получают плюс один к силе. Так. Ну, поехали. Так, минус пенек. Ну мы как всегда, ребят, ну как всегда, блин, мы бомбим, блин. Куда не надо. Заморозка у нас есть, друзья, если что. Блин, а где же вампиреныш? Слушай, ну вампиреныш, он, по идее, ребята, идет как животное же, да? Ну, летучая мышь, вампиреныш, блин. Значит, нам выгодно брать вот этих вот и целую кучу вампиренышей и прокачиваться. Так, ну что, замораживаем, да, или как? 8 в лицо, никому не охота же. Восемь в лицо, никому не охота. Могилоедов у него нету, ребята. У пенька нету могилоедов. Так, окей. Он там сделать может сейчас. И все, да? Бочка.
Бочка. Да я даже не знаю, как тут сделать лучше. Кто там у него будет? Фиг его знает. Давай проверим. Мне хоть из визуали это получать. То есть у него одни заклинашки остались, получается, да? Я не знаю, что он там так. То есть у него кроме усиления ничего не осталось, а мобов не было? То есть карт игровых? Так что получается? Дай-ка еще разок посмотрю. Что мы хотели сделать? Мы хотели... Мы хотели... Вампирчиков. Блин. Я уже... Пакеты тут всякие летают. Я уже, ребят... до минералки добрался, блин. Пью. Да рыбы сегодня объелся, друзья мои. Селедки жареной, селедки пареной. То скумбрия, то селедка, блин. Не было скумбрии, ребят. Ну, точнее, не было в тот день, когда я покупал селедку. До сих пор не могу ее съесть. Уже 4 дня ей давлюсь, блин. Ой, какая хорошая. Ух. Так, я так понимаю, зомбот решил, друзья мои, поиграть... Ой, зомбот. Разгром решил поиграть на колоде на спортивной, судя по всему. Судя, блин, по всему, он решил именно на ней поиграть, да? Давай. А что же ты? И задумался. Уничтожает случайно, блин, ребята. Случайно я, блин, уничтожил. Так, подожди. Мы, наверное, сделаем с тобой вот так. И вот так. Перемещает. Ну и что, он переместит этого? В лучшем случае. Я сомневаюсь, что он будет гриб трогать. Ну что ты? Так, шарик у него еще есть. Тогда пока мне не судьба, ребят, поставить это. Придется маленечко подождать, потерпеть. Вот так вот, значит, да? Так вот, значит, решил. Ну, хорошо. Давай. Спортивная колодушка. Мне бы только дожить до этого паренька.
только дожить, друзья мои. И дальше будет хорошо все. Я пока никого превращать не буду здесь. Есть у меня пока цветочек. Точнее, помидорка, которая мне поможет в экстренной случае. Ну что, сумоиста выкидывать будем? Для кого? Или не будем вообще никого пока трогать? Ты наивный парень, однако. Вот там вот и сиди. Так, а мы с тобой сделаем еще вот так вот. На следующем ходу, ребята, ему будет, наверное, ой, как не сладко. Наверное. Здесь, конечно, какой-нибудь подлый трюк у него не будет. Ну, например, тренер. Ну давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее соображай, парнишка, быстрее, быстрее. Чего он там перемещает? Видать, с картами совсем все плохо, да? Ребят, ой, не знаю. Давай. Так, что далее? Ой, хорошо-то как. Ой, друзья мои, как хорошо. Ой, в империоре, чтобы еще и выпал. Так, ну, империоре, что я трогать не буду, это точно. Мы сделаем с тобой вот так вот. И, наверное, еще вот так. Три, три, шесть, и пять, это 11. Ну, 11-то вряд ли мы в лицо ему дадим. У него будет... Блок-то у него не сбит. Блин, помидорку уничтожил. А, даже не уничтожил, ребята. Нет, не пробил он помидорку. И остается у него 7 хп. И остается у него 7 хп. Так сделаю, фикс. Так, блок срабатывает. Что у него блок? У него может быть ХП, да? У него может уничтожение растения свыше 4. И бонусная атака, ребята. Слушай, ну это же все карты про динамик. А зачем ты ставишь без... Ну, твое дело. Твой вампирион уже долго не проживет здесь. Буквально сейчас он сдуется. Смотри внимательно. Нет, сейчас он не будет сдуваться. Он сдуется чуть-чуть попозже. Он сейчас вот сдуется. Вот сейчас он сдуется. Как... Да элементарно.
Я оставлю синтез. Ой, глазастые споры, какой синтез. Я оставлю глазастые споры, ребята, и сверху на него поставлю вот этого парня. И все. И получается 6-4. Как раз десятка. Ну, допустим, у тебя еще сработает блок. Допустим. Если у тебя еще сработает блок, что там у тебя остается? А, вот что у него остается, да. А теперь, ребята, можно спокойненько отправлять вот этого парня в бой и все. На тебе вот так вот. Еще вот так вот сделаем. И вот так. Ну, это как показатель. Все, ты сам говорил, одна катка и пойдешь спать. Так что, как говорится, спокойного тебе сна. И не переживай, что проиграл. Научишься. Я тоже много проигрываю. Ладно, спасибо за игру. Друзья мои, я, наверное, буду на сегодня закругляться. С этим вампиренышем мы с тобой разберемся чуть позже, когда-нибудь в следующих сериях. До 8 единиц его, чтобы прокачать. Ну, это, конечно, тяжеловато будет сделать. Но, возможно, это когда-нибудь получится. Когда-нибудь. А пока я заберу ребятушек. Го еще, еще. Нет, я уже все, я уже закругляюсь. Лемон Рай, бонусная атака, Вова 15. Чего, па? Чего, па? Па. Дербка миссии, на миссии растений. Эндит создает колоду. Десятый. А, так ты 20 ранг. Ну, понятно. Понятно. Давай вот с этим вот попробуем. Дербка. А, он же на миссии. Нет, 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 нет. Можно мне не заморозга, можно мне хотя бы бесенка взять. Слушай, наверное, он не будем отвлекать, он же сейчас на миссии растений. Ну, говорил, говорил. Давай, давай сыграем еще разок. Еще партию, блин. Сколько-то времени, ребят, 10 часов. Дербка, халоу, халоу. Так, Дербка, если ты написал мне, давай попробуем с тобой. Ой, куда я полез-то? Ну, кто это мне бросает вызов? Вот, Дербка, давай в бой. Мне просто так вот интересно, ребята, посмотреть, чем ребята дышат. И если он подписчик мой, и ему потом интересно будет посмотреть, ну, проанализировать, по крайней мере, бой. Если я выиграю. Так, они... Мама, я видео. Почему для вас так важно, ребята, попасть в видео? Я никак вот этого не могу понять. Друзья. Дербка или Дарбка. Это будет эпичная битва. Я тебя умоляю. Серьезно, что ли? Ты меня пугаешь сейчас? Ага. Я уже, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. О, хо-хо-хо. Блин, у меня карты такие говенные, ребят, если честно. Прям вообще отстой. Да начнешься же веселье. Давай. Блин, ну серьезно, отстой какой-то по картам, ребят. Блин, я не знаю, что сделать. Давай так вот влупим. У него две энергии еще осталось. Акцент что-то делать на него. Ладно, хорошо. Ну, тут понятно, тут не пробьешь.
Ну, беда какая-то с картами. Ну, просто, друзья, беда, блин. Бедный мой, так сказать, огурчик, блин. Давай так. Где мои помидорки, блин? Да это пока мне не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, фигово. Ёпрасоте, это же ману. Понятно все. Да начнется же веселье. Так, ребят, пошли дальше. Давай. Так, где у нас дербка? Я надеюсь, он там не убежал еще никуда. Дербка. Поехали. Бывают же в жизни огорчения. Давай, давай. Ну. Чё? Вот. Отлично. Поехали. Ну давай сделаю вот так. Под бонусную атаку. Нормально. Так, ну что, сдувалочки там будут, да? Сдувалочки, наверное, насколько я понимаю. Хлоп. Хлоп. Ой, хорошая карта, ребят. Так, сделаем. Добор карт. В плане добор карт. Какой добор карт-то? Какой, друзья мои, добор карт? Я так и не понял. Дербка, объясни мне, что за добор карт? Какой добор ты вообще имел в виду? Что ты там говоришь-то? Давай так сделаем. У тебя добор карт? Ну да, у тебя там добор карт идет. Какой-то я вижу. Так, 4... А, нет, не пробьет, ребят. Но тут другая вещь. Он может заморозку сделать. Ну да. А я пропущу. Смотри, что делает. Так, что дальше-то? Будем думать.
Ну давай, дерпка. Молодец, красавчик. Эх. Поехали. Хорошая карта, ребята, выпала мне. И самое главное, что в нужный момент. Так, ну заморозки у тебя должны быть, я насколько помню, да? Ну эти, замораживальщики. Не канает парень такой вариант. Давай, поехали. Наверное, все, до свидания. Бывает в жизни огорчение, там вроде так было написано. По-моему, да, бывает действительно в жизни огорчение. Ну, друзья мои, сами понимаете, тут раз на раз не приходится. У кого-то одна колода сильная, у кого-то... Если бы мне роза бы не подвела бы с этой вот... С дорогущими, господи, помоги. Я тебе скажу другое. На бога надейся, а сам не плашай. Вот так вот. Ладно, друзья мои, на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И да, ну, подожди. У нас еще есть вот. Вот что я забыл, ребята, пройти. Благодаря Гаргантюа можно разыгрывать. Ну это да, это можно. Можем разыгрывать Гаргантюа. Я живее всех живых. Нас не сломить. Так, ребят, я не знаю, стоит ли вот этого гаденыша. Давай я, наверное, пропущу. И что это значит? Давай, поехали тогда, так сделаем. Ой, еще один Гаргантюа. Давай я так вот сделаю. Ты жук навозный, а. Ладно. Выкрутился, так скажем. Я ничего не буду делать. Эту карту я приберегу. Вот, вот сейчас... Да это все, что ты мог. Ну да, он сейчас, ребят, под солнышек-то выкакает, скажем так. И получит на одну энергию больше. Но мы можем ему прикрыть лавочку, друзья мои. Ты знаешь, как это сделаем? Вот так вот. И пока все. Фруктовый микс у него может быть вполне. Вполне, ребята, может быть. Нет, 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 нет. С этими ребятами иди куда-нибудь подальше. Шесть. Ой, сейчас хорошо так пропишем ему. Прям сладенько будет. Так, ребят, ну что? Так вот сделаем, наверное. Что у вспышки может быть такого за 6 единиц мощного? Из цветков. Но он хочет спасать этого хламона, я насколько я понимаю, да? Он сюда бомбанет, понятно.
На земле получает минус один один. Да какое там? Чё, неужели не видишь, что деремся? Вот он сейчас такой наивный, он думает, хай, я сейчас... Будем ставить, наверное, разгром. Я могу поставить? 7 энергии у меня будет? Нет, не будет у меня нифига никаких 7 энергий. Семь энергии у меня не будет. Но у меня будет следующее, ребят. А вот теперь, что он будет с этим делать, я не знаю. Ему нужно... Ох ты, навозник, ты посмотри. Но все равно тебе кранты, парень. Все равно тебе крышка. Первый удар же убьет тебя. Все, ребята, все. Немножко притомился. Чуточку. Вот. Мне что-то разгром прям... Ой, разгром. Мне что-то прям этот... Заморозка прям выбесила себе. Эти вампириата свои. Я просто как представлю, сколько мне придется опять, ребята, там мучиться, чтобы это воплотить все. Ну что, теперь уже все. Точно. Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.